Піаль-сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Мої вітання, шановні, мене звати Василь Пихньо. Далі година прямого ефіру у вигляді стріму із Романом Світаном, військовим експертом. Долучайтеся до неї, заходячи на нашу сторінку у YouTube Радіо НВ, підписуючись на нашу платформу відтак і отримуючи можливість поставити свої запитання. Для того, щоб це зробити, я ще раз нагадаю, потрібно підписатися на Радіо НВ у YouTube. Далі заходьте на трансляцію. Ваші запитання – це наша радість. А також підтримуйте нас лайками, тому що це допомагає розвиватися нашому проєкту, це допомагає наші відео поширювати все вище і краще у Ютубі і долучати більшу кількість глядачів відтак до них. Отже, пане Романе, мої вітання вам. Привітаю. Поговоримо далі про ситуацію на полі бою, адже і насамперед про неї, тому що спостерігаю зараз у середовищі так званих російських ЗМІ, а радше телеграм-каналів їхніх, ось в ці хвилини повідомлення про те, що Збройні Сили України зайняли Кліщіївку. Що це за населений пункт, я вам зараз, друзі, нагадаю. Це, по суті, основний населений пункт на південь від Бахмуту, саме той, з яким і пов'язують, умовно кажучи, розвал фронту росіян на південь від Бахмуту. Що вам відомо про нинішній стан справ щодо Кліщіївки і чи варто в цій інформації, ну скажімо так, довіряти, хоча це неправильне слово, до тих повідомлень росіян? Кліщіївка сама по собі це просто точка на карті, якщо смотреть на карту бойових дій. Важніше то, що українські війська зайняли господствуючі висоти під Кліщіївкою. Це не сама Кліщіївка знаходиться в такій у Логовине, в низинке, а вот высоты, которые рядом с ней, вот они заняты. А заняв господствующие высоты в том районе, мы контролируем и Клещеевку, в том числе, потому россиянам просто там невозможно находиться. Они отошли, естественно, наши войска выполняют задачи тактические сейчас по зачистке территории, а после того, как будет территория зачищена, вокруг не Клещеевки, а вокруг господствующей высоты, она там чуть южнее. А вот после зачистки территории туда уже будут подтянута артиллерия наша, и она уже начнет контролировать с этой господствующей высоты по югу, начнет контролировать сам Бахмут, пока как минимум до реки Бахмутки. И по северу такое же самое действие сейчас проходит в районе Берховки. Такой же населенный пункт, также расположен в низине, но рядом с ним находятся господствующие высоты. Вот занятие высот, которые сейчас происходят, это будет уже третья господствующая над Бахмутом. И можно сказать, тогда мы уже Бахмут возьмем как минимум в оперативное окружение. Есть такое понятие, термин, когда с господствующих высот мы можем контролировать входы и выходы в город, из города, ну или с рубежа, или на рубеж. Вот после этого закончится так называемое оперативное окружение Бахмута. Он будет полностью простреливаться с трех сторон. С запада это такая же высота, это район Часовьяра, Часовьярские высоты. С севера с района Берховки и с юга с района Клещеевки. Потому такой карман. Ну а дальше будет все зависеть от того, как долго захотят погибать россияне в Бахмуте. Если им это будет устраивать отминусовывание двух рот в сутки, 200 человек в сутки, то, в принципе, нас это тоже может устроить. То есть хороший полигон для уничтожения российской армии именно в самом Бахмуте. Если им это надоест, как им это надоело в свое время на острове Змеиный, они покинут Бахмут, оттянутся в сторону Попасной. Ну, мы там уже неоднократно говорили, потому там очень грамотно построенная выполнение боевых задач генералом Сырским под командованием генерала Залужного. И этот процесс вот сейчас, в ближайшие недели две, он закончится, и дальше вот такой полигон по уничтожению российских войск будет готов. Шановні, пишіть свої запитання. Неодмінно пишіть свої запитання в чаті до цього стріму. Я звертаю на них увагу, вже відкладаю собі певний перелік. Проте, рухаючись від найсвіжішого повідомлення про Кліщіївку, хочу ще декілька питань від себе поставити панові Роману Світану. Відтак, те, що трапляється зараз із Кліщіївкою, навіть радше, як ви кажете, з висотами навколо Кліщіївки, панівними висотами, котрі дозволять контролювати і Бахмут, і південні шляхи підступів до нього, і, можливо, навіть східні шляхи до Бахмуту. Чи можна це назвати, пане Романе, от обвалом фронту? Та й загалом, як це може вплинути на
стратегічному, можливо, рівні на увесь фронт. Зараз що? Росіяни з Запоріжжя змушені будуть перекидати резерви? Чи з Луганщини перекидати резерви до Бахмуту? Чи навпаки? От який може бути сценарій реакції на такі події? Варіанта два. Либо возобладает здравый смысл военный, и россияне просто уйдут с Бахмута. Это невыгодная для россиян позиция обороны. Выгодная, первая выгодная позиция обороны – это район Попасный. Оттуда, откуда их выдернул со временем Пригожин, притащил в Бахмут целый год, 30 километров топтал, бросил их там, но создал информационный котел, а это интересная вещь. Сейчас для россиян, для 100 миллионов россиян, которые поддерживают уничтожение украинской нации, геноцид украинского народа, около сотни миллионов, две трети россиян от 150 миллионов, это где-то около сотни миллионов. Для них очень важен Бахмут, слишком его подогрел в информационном поле Пригожин. Так он притянул туда российские части, бросил их и оттуда убежал. И вот они теперь в этом котле. С военной точки зрения там находиться нельзя, так как будут уничтожаться российские войска. А с информационной уйти нельзя, так как это будет репутационный удар еще похлеще, чем уход с правого берега Херсона. Вот какой капкан для российской армии, для российских генералов, для российского военного политического руководства создал Пригожин. Потому здесь сейчас в ближайшее время будет понятно по действиям российских войск, они, у них возобладает военное мышление или политическое. Если военное, они отойдут из Бахмута после того, как мы организуем уже оперативное окружение, вот такой полигон по уничтожению, они отойдут на Попасное. Если преобладает политическое видение развития ситуации, то значит им придется перебрасывать в район Бахмута ну не один полк на усиление этого направления, снимать с других участков фронта. Но у них один фронт, который они могут разбирать, так сказать. То есть, допустим, тот же Запорожский или Херсонский. Либо Запорожское, либо Херсонское направление. Снимать оттуда, перебрасывать под Бахмут. С информационной, если смотреть с информационного этого капкана и политической точки зрения, для россиян даже не так страшно потерять Запорожское и Херсонское направление, как потерять Бахмут. Потому, я думаю, они, наверное, будут все-таки перебрасывать, уменьшать плотность войск на Запорожском направлении. А это нам и нужно. У нас общее стратегическое направление, общее на Азовское побережье, на пересечение сухопутного коридора в Крым. Потому как раз вот такие действия в контексте всех действий по линии фронта для нас очень выгодны. Почему, в принципе, мы и создаем такой, мы их просто поймали в этот капкан. И его создал Пригожин, но мы их просто поймали, и вот Сырский в этом смысле отработал по направлению. Ну а общий контекст наступательных действий, который разработал генерал Залужный, как раз он это и подразумевает. Потому я так думаю, все-таки российское политическое руководство будет сейчас на коне, и им придется перебрасывать запорожского направления туда войска, а значит у нас появится шанс в ближайшее время прорвать Запорожский фронт и начать движение в сторону Азовского побережья. В такому випадку про Запоріжжя наші глядачі запитують, зокрема Андрій Харенко, а скільки ще резервів залишилося у Росії для того, щоб стримувати наш наступ на півдні, і коли вони можуть закінчитися, ці резерви, при такій нинішній динаміці втрат у живій силі та техніці в російської армії? А я нагадаю, що в техніці справді в чергове видатні цифри, просто сьогодні в ранковому звіті Генштабу ми побачили, 36 артилерійських систем знищено, ну це не лише південь, але загалом по фронту, 9 реактивних систем залпового вогню, ну і ще десятки автотехніки, спецтехніки, але насамперед говоримо про артилерію. Отже, скільки ще резервів у них є для того, щоб так тримати фронт? Тут війна математика, ну все, звісно, просчитується. Вопрос просто, як росіяни будуть резервами пользуватися. Діло в тому, що якщо вони будуть утримувати Запорозьке і Херсонське направлення, то їх хватить десь на місяць. А если они примут, опять же, военное, правильно, с военной точки зрения решение, то они отведут свои части с Запорожского и Херсонского направления, с Херсонского направления уйдут в Крым, а с Запорожского уйдут на Донбасс. И тогда им хватит месяца на два, на три. То есть до осени они могут в Крыму и в Донбассе, запечатавшись, удерживать наши наступательные действия, вот теряя каждый день десятки единиц техники,
но тем не менее у них это получится. Хватает, достаточное количество техники есть. Общее количество живой силы чуть больше 300 тысяч, которые рассредоточены от Керчи до Валуек вдоль 1500 километров такого фронта. И они могут варьировать фронтами. Вот видите, как они сварьировали, то есть они, подорвав Каховскую гидроэлектростанцию, на как минимум больше чем месяц убрали с линии фронта, линию фронта где-то с 300 километров и смогли пользоваться резервами, а это около 30 тысяч человек, они смогли пользоваться этими оперативными резервами, которые перебросили на Запорожское, Донецкое направление. Потому в таком же режиме, используя уже запорожские и херсонские части, они могут дальше работать по Крыму и по Донбассу. А опять же, как примут решение командиры? Это все это будет зависеть от возобладания либо военного, либо политического доминирования над при принятии решений. Но с военной точки зрения они должны уйти из запорожского, херсонского направления. С политической будут пытаться удержать. Ну вот около месяца у них на это еще есть резервов в таком режиме, как мы сейчас их уничтожаем, еще держаться на запорожском направлении. В такому випадку наздогін запитання від Андрія Розмана щодо запорізького напрямку. Пане Романе, скажіть, будь ласка, чому росіяни б'ються за кожне село і навіть за кожну лісопосадку на Запоріжжі? І чому наздогін вони тоді цього не робили на Балаклійсько-Ізюмсько-Куп'янському напрямку під час наступу Збройних сил України в кінці літа минулого року? Нічим було і ніким. С Ізюмського направлення тоді була створена підготовка, була вже к освобождению Херсона и правого берега Херсонской области нашими войсками. Там было создано довольно-таки серьезное украинское соединение для зачистки правого берега. Россияне приняли решение, опять же, политическое, не военное. Военные бы никогда так не поступили. Было принято политическое решение снять воздушно-десантные войска с Изюмского направления, перебросить их на правый берег Херсонской области. Тогда они спасли правый берег, а спасли на несколько месяцев. Но полностью оголили Изюмское направление. У них там не было даже 2-3 линий обороны. Были одни линии ВОПов, а дальше оперативный простор до Купянска. Потому как только наша разведка доложила о таком положении дел, было принято решение оперативно переброшены резервы, и мы пробили тогда эту линию обороны, одну единственную, опять же, ВОПовскую практически, и вышли на Купянск. Это вот правильная, во-первых, работа разведки, во-вторых, очень динамичное принятие решений, переброска по ракадным дорогам, которых у нас много. У нас линия фронта вдоль ракадных дорог с нашей стороны. За спиной у нас до десятка паралельно йдучих фронту. Я тут втручуся, просто рокадні дороги, для того, щоб розуміли всі наші глядачі. Це ті, які пролягають паралельно фронту, які є хорошими, проїзними, широкими, правильно? Да, да, по которым можно очень быстро перебрасывать резервы с одного места фронта на другое. Это очень важно. Без этих дорог, вот большая проблема у россиян по Запорожскому фронту. У них одна единственная ракадная дорога, и та идет возле Азовского побережья. Это вот эта дорога Мариуполь-Бердянск-Мелитополь. А больше нет. Там только проселочные какие-то дороги или там поля. Потому если враг, ну, неважно, армия не имеет ракадных дорог реальных, хороших, в любое, которое можно использовать в любое время, то есть по погоде, и суток, и любую пару года, то очень сложно обороняться, да и наступать. А мы как раз линию фронта расположили, линия фронта уперлась в ракадные дороги. То есть это и касается запорожского направления, и, естественно, херсонского, да и донецкого. На донецком направлении там тоже очень много ракадных дорог, которые некоторые сейчас используются вообще как линии фронта. Вот дорога, допустим, с Авдеевки на Константиновку, она как режим обороны используется. Дорога, которая идет вдоль водовода с того же Часовьяра на Курдюмовку, дальше на Торец, на Горловку, она также используется, как вот она вроде ракадная, но используется как рубеж обороны. Потому мы иногда эти дороги используем как рубежи обороны. Это уже, так можно сказать, она это искусственная, понятно, но мы же пользуемся как естественным таким рубежом обороны, который нам помогает.
Друзі, пишіть свої запитання, не цурайтеся це робити у чаті до трансляції. Принагідно закликаю вас поставити уподобайки нашому відео, тому що ну зовсім мало людей поставило такі лайки, а це для нас важливо. Отже, наш спонсор радіо НВ Микола Пономаренко переходить на авіаційну тему, до вашу профільну тему, пане Романе. Він питає щодо F-16, і не дарма зрозуміло, що ця тема потребує обговорення в село нещодавнього, доволі таки гнівного, я би навіть висловився, інтерв'ю Валерія Залужного виданню Washington Post. Микола Пономаренко каже, пише точніше, пілот зі Сполучених Штатів Америки говорив, що злітав на F-16 із місць, де не проїхав би навіть машиною. Чи можна негайно передати F-16 Україні, використовувати їх відтак із мінімум обслуговування, а ті, що вийшли із ладу, заміняти новими? Ну це такі наші бажання, які здійсненні вони чи не здійсненні? Технически возможно завтра принять на любом аэродроме, на котором летают наши истребители, а их больше десятка этих аэродромов. Технически возможно принять любой истребитель, который есть в мире. Вот просто любой, все равно какой. Если летают наши истребители, значит могут летать любой истребитель, который производится в мире. Что значит технически? Это подготовка полосы. На полосу летчик-истребитель может заходить без приводов, без радиотехники, то есть видя только полосу и понимая, что на нее можно сесть. Любой летчик это может сделать без ничего. Даже ночью при заходе, выпустив шасси, без света, мы в свое время летали, без фонарей посадочных, только на шасси есть такие лампочки, которые сигнализируют о выпуске шасси. На высоте выравнивания уже подсвечивается земля, и можно цепляться за землю, выравнивать и садиться. То есть летчики могут это сделать, истребители это могут сделать без проблем. Большие проблемы там есть у транспортных самолетов, у тяжелых, а эти не могут, а истребители могут. Те полосы у нас готовы, больше десятка полос готовы. У нас садились в таком режиме F-16 в 2012 году на Миргороде. Они тогда охраняли, ну, выполняли боевые задачи по прикрытию Олимпиады 2012. У нас в 2018 году F-15 садились на Староконстантинове и летали с нескольких аэродромов, которые использовали в качестве аэродрома подскока. Это было «Чистое небо» 2018, это учения были воздушные. Наши летчики, кстати, на F-15 тоже полетали тогда. Потому мы можем принять, технически это происходит очень легко. Садится сначала борт с аэродромно-техническим оборудованием для приема самолета, для выполнения предполетной, послеполетной, межполетной подготовки. Одного «Гэлакси» хватает для того, чтобы в него напихать все это оборудование, которое обслуживает самолет, и бригаду обслуживания, то есть инженерно-технический состав. Садится сначала этот самолет, из него выгружают все аэродромно-техническое оборудование, рассредотачивают, инженера знают, что делать, и в режиме аэродрома подскока можно использовать любой наш аэродром. Потому здесь вообще проблем в этом смысле нет. Ну а заправщик, кстати, тогда садился еще и самолет-заправщик на тот же Староконстантинов, самый американский. Потому работали без проблем, работали, выполнять боевые задачи возможно. То есть никаких технических проблем для принятия самолетов типа F-15, F-16 нет. Глядач з ніком Лео цікавиться, скільки, на вашу думку, потрібно часу відтак для навчання українських пілотів, щоб вміти користуватися F-16? Я ще просто додам контексту, адже напередодні ми почули слова від Роба Бауера, це один із топ-високопосадовців НАТО, котрий сказав, що до кінця цього наступу Україна літаки не отримає. А ще раніше були оцінки Резнікова, котрий казав, що, ну, скоріше за все, орієнтуватися потрібно на кінець року. Ну і от, а скільки все-таки навчання потрібно для українських пілотів? Адже вони начебто зараз уже навчаються, а ще до кінця начебто і ні, тому що президент це говорив. Пане Романе, ваші міркування з цього приводу? Бауер сказав речі, які всі прекрасно розуміють, він просто як-то їх ужесточив, але тут нічого страшного немає. Ми дійсно на першому етапі наступательному самолітом не побачимо, він закінчиться десь в кінці літа, може бути в сентябрі. То есть еще где-то 2-3 месяца, не больше, мы можем двигаться до осенних дождей, а самолеты за это время точно не появятся, потому ничего
так сказать, страшного он не сказал. Мы можем получить, если сейчас будет принято решение о передаче самолетов, а я его еще не слышал, чтобы оно было реально принято, то мы можем их получить только на второй этап. Это осенне-зимнюю кампанию, это уже для освобождения Донбасса и Южного Крыма горного. Летчики, здесь есть два варианта. Переучивание и обучение. Это две немножко разные разницы. Обучение летчика-истребителя проходит в течение 3-4 лет, не меньше. Это только, опять, азы управления самолетом, азы стартовые, так сказать, стартовые знания, которые получают летчики, и налет несколько, может быть, десятков, максимум сотен часов за это время. А реально летчика первого-второго класса с налетом несколько сотен часов готовить надо где-то около 7 лет, 7-10 лет готовиться для, хотя бы для налета в 1000 часов. Вот у меня 1800 часов налета на истребителях. То есть это 20 лет полетов. И причем очень интенсивных. И здесь очень сильно зависит подготовка летчика от количества налетанных часов. То есть сколько и какие упражнения он выполнял в воздухе, ну или где воевал, или выполнял боевые задачи. Так вот, эта подготовка длится очень долго, до 10 лет, 7-10 лет. А вот переподготовка, вот если взять летчика, у которого уже есть 1000 часов налета, он летал на истребителях, неважно каких, вот просто на истребителях, если он летал, то этого летчика переподготовить на другой истребитель нужно 3-4 месяца. 2-3 месяца, может быть, в зависимости от кого. То есть первый класс, второй класс, какой налет. Летчик буквально со второго дня уже будет летать сам. Полет на самолете в воздухе, взлет и полет, он проблемы большой не вызывает. Любой летчик вообще с первого полета, истребитель, у которого он уже летал, то есть я имею в виду уже летающие и подготовленные летчики, на другом типе самолетов буквально с первого взлета уже все понимают. Единственный вопрос по посадке. Самая большая проблема. Но опять проблема в том, чтобы определить высоту выравнивания, по большому счету, именно на этом самолете. И дальше со второго, с третьего полета летчик уже может и садиться сам. Это начало. А вот до того, чтобы он уже мог управлять самолетом, выполнять боевые задачи, допустим, опуски ракет, для этого надо где-то пару недель. Пару недель полетать, это получается 4 смены в неделю. Первая, вторая подготовка, допустим, выходной, воскресенье. То есть где-то пару недель летный состав уже, в принципе, может начинать выполнять какие-то задачи. Но он должен налетать на этом самолете хотя бы пару сотен часов. А вот для этого надо около 3-4 месяцев. Ну, то есть вот это при переподготовке 3-4 месяца летчики уже могут выполнять боевые задачи на самолете в нашем небе. Друзі, не забувайте писати запитання, обов'язково це робіть і ставити свої вподобайки. Зараз приблизно трошки менше п'ятої частини людей поставили ці свої лайки на наше відео на YouTube-платформі Радіо НВ. Підтримуйте нас, розвивайте. Можете ставати, до речі, нашими спонсорами, щоб підтримати фінансово нашу команду. Я нагадую, ми спілкуємося із Романом Світаном. Працюємо впродовж години, половини з якої вже минула, відповідаючи на ваші, друзі, запитання. Наталія Климаш. Даруйте, якщо неправильно я вимовляю прізвища або неправильно наголоси ставлю. Отже, Наталія Климаш каже і питається, чи можливе вторгнення Вагнера із Білорусі? Діло в тому, що ОПГ Пригожина зараз, вже парламентська асамблея ОБСЄ признана терористом, тобто терористичною організацією. А Российская Федерация уже признана в парламентской ассамблее ОБСЕ государством, спонсором терроризма. Потому я не думаю, что сейчас будет какой-то актуальный вопрос, связанный с ОПГ Пригожин, и ЧВК Вагнер, как угодно. И их не будет, их растворили, их сейчас разметают по миру и в конце концов уничтожат, так как переход в режим террористической организации, любой член этой организации является террористом. Его ж это уже приговор, который будет просто приведен в исполнение, так как террористов просто уничтожают. Где бы они ни появились, в каком бы виде или как бы они себя ни прятали, их будут просто уничтожать. В Африке, в Европе, в Украине, кстати, и в России в том числе.
Потому я думаю, это как раз поставит крест на ЧВК «Вагнер» и ОПГ «Пригожина» как организацию. А вот определенное количество людей, которые могут выполнять такие же примерно задачи, их можно набрать в любом месте под любой другой личиной. Допустим, ЧВК «Лука» у Лукашенко, да, или там ЧВК «Буркина-Фасо» в Уагадугу в Африке, как угодно. Потому, если говорить о людях, опять же, люди – это наемники. Это ж не какое-то подразделение как таковое. Это наемники, которые каждый месяц готовы где-то получать денежное содержание. Они должны где-то либо служить, либо воевать, либо выполнять какие-то другие задачи. Они сейчас расползутся по российской армии, примут обратно, вернут обратно в те подразделения, из которых они, в принципе, уходили. Потому что большинство ЧВК «Вагнер» — это было офицеры служб сил спецоперации, там, главного разведуправления Генштаба российской армии. То есть это спецура, которая имеет и офицерские звания, и сержантские, неважно. То есть они сейчас вернутся в армию. Я не думаю, что мы о них вообще где-то еще услышим. А люди и какую-то, допустим, организацию новую создать, в принципе, могут, тот же Лукашенко может и этих же людей потом себе набрать напрямую же на себя, перезаключив какие-то контракты. Но они должны есть с его рук. То есть они должны получать денежное содержание от Лукашенко. Он тогда может ставить им какие-то задачи. Задача у Лукашенко, я думаю, будет одна, как только пошатнется Путин, попытаться запрыгнуть на его крест. Он это может, он, так сказать... Лукашенко на кресло Путина в Российской Федерации? Да, дело в том, что он один легитимный, единственный оставшийся после Путина. Путин шел, забыл, как дышать, и умер. Но глава союзного государства, а у них же союзное государство, Россия, Беларусь. И получается, после этого, после смерти или какого-то вывода из строя Путина, Лукашенко единственный легитимный руководитель этого союзного государства. Потому может Лукашенко в эту игру сыграть, и пока он есть, и пока это союзное государство есть, у Лукашенко есть такой вариант, и я не думаю, что он его упустит. Он сразу запрыгнет, попытается, по крайней мере, запрыгнуть на управление российским государством. Пане Роман, звучить так доволі фантастично, насправді, але ну це ваша така думка, так, вона має право на життя. В нас є глядачка, наша спонсорка, до речі, Ната Лиха, котра до вас ставить запитання щодо вже нашого союзів українських. От саме про НАТО вона питає та про інші організації, про інші країни, які все ще зараз якось намагаються домовитися щодо гарантій безпеки Україні. Так от вона каже, у НАТО нас не беруть, а обіцяють якісь гарантії безпеки, ну, принаймні, до вступу до НАТО, хоча це все ще на рівні розмов. Поясніть, будь ласка, простими словами, що нового з воєнної точки зору нам дадуть якісь гарантії безпеки? Чи будете ви, наприклад, особисто задоволені такою пропозицією? Гарантії безпеки – це встановлення ядерного статусу нашої країни. Все остальное – це бумажки формату А4, на яких написані якісь закорючки, там постоять якісь печаті і підписи. Це просто бумажки. Мы эту бумажку уже видели, Будапештский меморандум, никак она безопасностью даже не пахнет. А как бумажка, ее даже в туалет нельзя использовать, как туалетную бумагу. Потому это не гарантия безопасности. Если будут какие-то договора с нашими партнерами заключаться, они в основном будут заключаться для того, чтобы как-то перед налоговыми или там органами, которые проверяют использование бюджетных средств, отчитаться, куда ушли деньги, согласно каких договоров и почему, допустим, там определенное количество вооружений было передано Украине. Для этого очень важно эти же договора, для чего заключаются? Для в основном внутреннего потребления. Любой президент, любая, допустим, структура военная наших партнеров, она отчитывается перед налогоплательщиками, и этот договор важен. А просто что его не надо называть гарантией безопасности, я не знаю, зачем это делают. Это наши политики больше этот вопрос поднимают для того, чтобы как-то... Есть такое хорошее слово украинское – окозамыливание. Так вот, больше похоже на такое уже российское очковтирательство. Это не гарантия. Гарантия безопасности – восстановление ядерного статуса. Восстановить ядерный статус мы можем двумя путями. Первый – это запустить производство ядерного
оружие у себя, у нас есть 15 ядерных реакторов, у нас есть урановые рудники, у нас есть инженерно-технический состав и мощности для выполнения этих задач. Но это очень долго и это дорого. Такой путь. Второй путь – это вступить в НАТО и сразу запросить программу по ядерному обмену. Есть такая программа, согласно которой все члены НАТО могут запросить размещение ядерного оружия у себя на территории. Под эту программу разместили ядерное оружие американское. Американское размещается. Англичане свое держат у себя, французы свое у себя. А американцы расположили в 5 странах. В Турции, в Бельгии, в Нидерландах, в Германии и в Италии. Сейчас Польша просит разместить у себя, то есть под эту программу. И нам надо после вступления в НАТО также запрашивать это размещение. Потому варианта два. Либо запускать свое ядерное оружие, либо через НАТО получать его уже в рамках этого договора. Все другое – это просто бумажки А4. И когда кто-то говорит, что какая-то бумажка – это гарантия безопасности, не верьте. Это око замыливания. Пане Романе, бачите, я сказав, що мені видається фантастичний варіант із легітимним Лукашенком на чолі Росії, але на нас деякі глядачі підтримують вас. Наприклад, Адальберт Шнайдер пише і англійською мовою, навіть слухаючи нашу трансляцію, каже, що не забувайте, що свого часу, коли Білорусь долучала до цього об'єднаної держави, то Лукашенко сказав, а чому Білорусь до неї, а не навпаки до Білорусі приєднується? Ну це така, як я кажу, це зараз справді можна було думати, гадати, що могло бути. А що може статися раптом, якщо Путіна не стане? А такий цілком ймовірний варіант, і Пригожин нам показав, що це все може статися буквально таки за 3 дні, а може і за лічені години статися. До різних варіантів сценарію потрібно готуватися. Утім, продовжуючи ще тему, яку? Тему того, що з'явилася інформація, ну не просто інформація, вже на рівні ініціатив, законопроекту, поправок в американському конгресі, є таке бажання уже конгресменів надати Україні атакамси. Тобто балістичні ракети дальністю 300 кілометрів до систем Хаймарс. І от про ці атакамси така теж не дуже певна ситуація. Начебто 80 мільйонів виділяють на це, але з іншого боку, а коли вони будуть в Україні і чи будуть вже точно? Тому що це все ще, нагадую, така поправка. От цього немає розуміння. Втім, в нас є запитання із чату. Просто, по-перше, пояснення. А для чого нам потрібні атакамси на додачу до Storm Shadow, котрі і так уже далеко б'ють і дуже успішно виконують свої задачі? Ну, а по-друге, запитання, як ви вважаєте, а поможуть ли атакамс уничтожити іменно Кримський мост? Storm Shadow у нас є, працює дуже успішно, але тільки по материковій окупованій Україні. До сих пор ни одна Storm Shadow не отработала по военным объектам в Крыму. Почему, не знаю. Могу только догадываться. То есть какая-то политическая договоренность по Крыму не бить. Этот вопрос знает наше военно-политическое руководство, но молчит в тряпочку, непонятно почему. Могли бы сказать, что вот нам передали Storm Shadow, но сказали англичане, сказали, что вот мы не считаем Крым Украиной, и потому вы туда не бейте. И тогда мы тогда точно понимали, украинцы, что у нас, оказывается, во врагах еще и правительство Англии, Великобритании. Если вот такое заявление было бы. Надо уже переходить на черно-белое, чтобы не было серого. А то непонятно, кто за что и зачем и почему. Потому что Storm Shadow есть, отлично работают ракеты, но только по материковой, причем именно оккупированной части Украины, а, допустим, по материку, по Таганровскому мосту, до которого Storm Shadow может легко достать, а через Таганровский мост идет 2/3 военной амуниции на Донбасс, Запорожье и Херсон. А этого никто не делает. То есть и это есть еще, скорее всего, предубеждение. Потому при передаче атакамса, если будет примерно такое же предостережение, то нам, в принципе, атакамс не сильно поможет больше, чем помогают сейчас Storm Shadow. Единственное, что атакамсы же дешевле Storm Shadow. Они дешевле, пусть они там в 2 раза меньше боевая часть, у Storm Shadow боевая часть под полтонны, а в атакамсе 225 килограмм. Но все равно он все-таки дешевле и намного дешевле. И использоваться может очень легко. Это пакет, это в одном пакете одна ракета,
заряжается в хаймарсы и отстреливается, и уходит сразу. Мы их можем, если сегодня будет решение, допустим, нам их передать американцами, завтра Galaxy нам их сюда привезет, прилетит, а послезавтра этот Атакамс уже может работать по военным объектам России на дальность 300 километров. Потому она, возможно, ее отработать по Крымскому мосту, причем сразу, но вопрос по вот такому политическому юзанию, не знаю, как это правильно сказать, ерзанию наших партнеров. Потому что по Штормшеду это ерзание конкретно есть. По крымским военным объектам Штормшеду еще не било. Дмитро Лабинський, уточнюючи запитання з приводу атакамців, пише, каже, що слышал, сьогодні слышал версію, що США боїться, що вони легко будуть збиватися ракети атакамс ПВО противника. І це буде як антиреклама. Взагалі, до речі, росіяни здатні збити тими системами, які в них є в наявності, ось такі балістичні ракети. Ну, любую ракету, в принципе, можно сбить, если быть в некоторых азимутах или там дальностях по высотам. И Атакамс также могут сбить, и Штормшедоу могут сбить. Штормшедоу вообще ракета дозвуковая, крылатая. Пусть она идет на предельно малой высоте, иногда с ракетами IDM-160, но это ракеты прикрытия постановки радиопомех. Но теоретически могут сбить и Штормшеду, и, естественно, могут сбить в том числе и Атакамс. Но ничего в этом страшного-то нет. Дело в том, что могут сбить только там, где будут стоять комплексы или целый пакет ПВО, допустим, как в том же в режиме того же, вернее, на том же Крымском мосту или еще где-то. Но у россиян нет сплошного купола. Как и у нас, кстати, сплошного купола над военными объектами. Потому нащупать тот военный объект, где нет ПВО, который может сбить Атакамс, ну, легко. Даже просто в режиме научного тыка начинаем бить Атакамсами по всем объектам. И там, где их не собьют, там их нет, туда можно насыпать уже очень и сразу и очень много. Для того же они и надо, ракеты, для того, чтобы так работать. Ничего не боятся американцы. Вот когда мы слышим там, что-то боятся американцы, что-то боятся там Великобритания, англичане. Это все прикрытие каких-то договоренностей, так как они не могут сказать, почему они нам не передают F-16, и никто не скажет, что нам не передают F-16, потому что боятся передачи Су-35 Ирану, потому что они могут сразу ударить по Израилю. Вот таким способом прикрываем Израиль своими жизнями. Ну, то есть этого ж никто не скажет. Это можно догадываться об этом, когда видишь, что уже... Ну, это вот ваши такие догадки, например, я так? Ну, да, да, есть, конечно. Это можно догадываться об этом, потому что понимаешь, что Су-35 у россиян много, Иран давно уже их просит, там очень жесткие требования были по Су-35. Россияне Су-35 Ирану не передают, но и мы не видим F-16. Тоже ерзание ходит. Вот, а дальше сводишь это, ну, как любой аналитик анализирует действия или намерения, или действия. Сразу, когда анализируешь такие завязки, сразу понятно, что там где-то Израиль. А вы считаете, что Су-35 складут значительную небезпеку, например, Израилю, если их продадут Ирану? У Израиля же есть F-35, если не помиляюсь. Ну, F-35 это все-таки, если брать F-35 и Су-35, так Су-35 по аэроданным ТТХ, он превосходит F-35. F-35 это ж дело в том, что это уже пятого поколения, там задача стоит радионевидимости, так называемой. То есть весь смысл F-35 это чтобы его не видел радиолокатор. Вот где, ну, то есть, это почему и пятого поколения. Но по летным качествам Су-35 превосходит F-35. Там еще большой вопрос, когда они, если встретятся и подойдут друг к другу, там еще большой вопрос, кто кого передавит. Потому израильтяне, конечно, на мандраже в этом смысле. Тут даже больше F-16 соперничает с Су-35, чем F-35. F-35 задача, еще раз повторюсь, это невидимость и использование ракетного вооружения.
То есть ракетно-бомбового вооружения, которое он действительно напичкан авионикой, и он может использовать, ну, большой спектр. Но если после того, как он отстрелял все ракеты, это уже хорошая цель, если его кто-то увидит. Тут тоже эти вопросы. Опять же, почему по радиоследу, по тепловому следу? То есть все будет зависеть от обнаружения этих самолетов. У них ЭПР, как у воробья, эффективная площадь рассеивания, то есть отражение радиоволн действительно там снивелировано. Но это если сравнивать F-35 и Су-35. Хотя Су-35 с изменяемым вектором тяги в летном отношении, он уделает F-35 очень легко. Ще одне авіаційне запитання від нашого спонсора Олександра Кривенка. Друзі, до речі, пишіть свої запитання, не забувайте, що ви можете, звісно, їх написати. Ви, закликаю, не те, що можете, а зрештою маєте, коли подобається наша робота, підтримати нас своїми вподобайками, а також ставати спонсорами Радіо НВ, коли хочете підтримати нашу команду фінансово. Отже, Олександр Кривенко говорить про авіаційне запитання уже не з контексту літаків, а з контексту гелікоптерів. Чому, на вашу думку, немає перемов з західними партнерами, або принаймні в публіці цих про ці перемовини не чути щодо надання бойових гелікоптерів? Вони ж то проявляють себе доволі ефективно зі сторони росіян по стримуванню, наприклад, нашого наступу на півдні. І з іншого боку, Олександр пише, навчання техніки та пілотів для гелікоптерів потребує менше часу, аніж для винищувачів. Не согласен. Я так сложилось, в Конотопе мы летали, переучивались, по-моему, в 95-м году с Л-39-х, с истребителей на вертолеты, когда объединяли два училища, несколько училищ, Харьковская летная, Черниговская летная, Луганская штурманская, в Хвалу есть такой у нас университет уже повітряних сил. Вот при объединении пришлось переучиться с истребителей на вертолеты. Мы переучились сначала на Ми-2, а потом я на Ми-24, часть на Ми-8. Так вот, я бы не сказал, что легче. Дело в том, что вертолет – это ж вообще это автобус, который крутит танец саблями в воздухе. 10 тонн машина, которая в принципе не держится. Это самолет держится на подъемной силе, на разнице давлений от скорости воздуха под крылом и над крылом. А вот у вертолета другая проблема, потому очень сложно. Во-первых, сложно переучиться с истребителя на вертолет. Можно отрубить хвост винтом, если пилотировать как истребитель. А научиться на вертолет, я бы сказал, сложнее, чем на самолет. Самолет сам летит. Бросишь ручку управления самолетом, он сам выравнивается, летит. Вертолет так нет, вертолет сразу падает. Летчик вертолета, он постоянно удерживает вертолет от падения, можно так сказать, при управлении вертолетом. Потому там очень намного сложнее система, чем у самолета. Потому я бы не сказал, что вертолеты так намного проще. А почему по поводу вертолетов? Да, вопрос. Вертушки точно нужны, потому что триада наступательная – это как раз вертолет, танк и БМП. Это триада наступления. Но дело в том, что смысла нет вертушки вешать сейчас над наступательными частями, пока нет самолетов. Они легкая цель, как и российские вертушки. Российские вертушки мы их тоже валим довольно-таки неплохо. У них только один сектор, где они могут работать, вертолеты, это на предельно малых высотах, это высота 25-30 метров, не выше, до лучей наших локаторов. И с дальностью 10-5 километров до линии фронта. Так как если они, ну, во-первых, вихри – это ракеты, которые они используют, вихрь-1, они бьют с дальности 10 километров, не дальше. А ближе 5 километров россияне боятся подходить к линии фронта, потому что мы их с ПЗРК снимаем. И не только с ПЗРК, еще и с Птурова. Он же с Джавелина сбили, по-моему, пару дней назад К-52. Морпихи 36-й бригады, так, да, на Бердянском напрямку, про це доповіли. Да, с Джавелина, кстати, не первый раз. Ну, Джавелину, в принципе, он на тепло идет, ему, в принципе, все равно. Танк он поймал или вертолет, главное, чтобы скорость перемещения угловая была небольшая. Потому вертушка, если или от стрелка идет, то, в принципе, Джавелин догонит и уничтожит К-52. Или зависает вертолет, когда тепловой след хороший, чтобы Джавелин зацепил. Так вот, от 10 до 5 километров на высотах до 30 метров могут работать К-52. Почему могут работать? Эту высоту, если бы у нас были F-16, то самолеты F-16 с его локатором
Он бы видел вертолет и уничтожил бы его. Вот пока у нас самолетов нет, мы, потому они и работают на вот этом узком диапазоне. От высоты, то есть от, до высоты 30 метров и от дальности от 10 до 5 километров. Если наши вертолеты будут так работать, то российские Су-34, которые видят вертушки за 70 километров, они ракетами их пошибают. Российские сушки могут быть отогнаны только, опять же, теми же F-16. Потому использовать вертолеты без F-16, ну, это просто их сжечь. Вот, вот ответ. Ну, тут потрібно дочекатися літаків для того, щоб так само... Лучше паралельно. Да, лучше сразу F-16 і на вертушці лучше Apache A-64. Самый лучший вертольот в этом смысле. Как раз ракеты такие же, там, до 12 километров, которые могут... 8-12 километров, которые могут работать по земле, по танкам. Друзі, пишіть свої запитання. Навіть бачу, що дехто поставить запитання, які ми вже обговорили, зокрема, наприклад, щодо вразливості ракет Атакамс до російських систем ППО, чи можуть вони збивати. Пан Роман вже відповідав, що ну так все, що створено, фактично зараз показує практика, можна збити. І навіть аналогавнєтні кінжали, в які, до речі, Китай чомусь не вірить, що Україна їх збила. Ну, то таке, то вже китайські проблеми. Так, пане Романе, в мене є, наближаючись до завершення, одне цікаве питання, от вашу думку військового. Поясніть, а навіщо Росія так нагнітала ситуацію навколо Запорізької АЕС, що вся Україна в страху сьогодні була вночі, що ось щось може трапитися? Це якась інформаційна форма впливу? Чи як ви її, що ви вбачаєте на основі ось цих спроб Росії шантажувати по АЕС? Ну, если просто на пальцах, вот есть террорист, который захватил заложника, одел на него пояс шахеда и держит кнопку, и начинает требовать от властей чего-то, вертолет, миллион денег или еще что-то, да? Вот то же самое сделал Путин, он одел на, то есть заминировал станцию, одел на нее пояс шахеда, можно так говорить, и держал кнопку, и что-то требовал. Вот что мог требовать Путин? А мог очень многого требовать. То есть это в таком режиме чисто шантаж. Это в чистом виде террористический шантаж. Он мог требовать, там, начиная от ввода в SWIFT Россельхозбанка или до его дочки, мы это слышали. То есть это было озвучивание по зерновой сделке. И заканчивая заморозкой конфликта, вернее, заморозкой боевых действий на линии фронта. Мы, что мы еще слышали от его, ну, то, что было в эфире, по крайней мере, требовал, по крайней мере, предлагал, но это было требование по отзыву ордера на арест Международного уголовного суда в Гаге по детям, которых он украл в Украине. Ну, то есть, вот это только то, что было в эфире, а есть еще то, что мы не слышим, это может быть много чего. О чем знают наши партнеры или ТОК, или те люди, кому он эти требования выдвигал, держа руку на кнопке. И потому вопроса два. Либо ему это дали, ну то есть сейчас мы это услышим, если отзовут, допустим, ордер МУС, если введут дочку Россельхозбанка в SWIFT, то это значит, ему дали то, что он просил, он получил как террорист, он получил запрашиваемое. Или вариант другой, если он ничего не получит, мы ничего не услышим, это значит, ему объяснили, что не дай бог взорвешь Запорожскую атомную, то можешь крест ставить, допустим, на Росатоме и на всей финансовой там. До речі, Дарю, я згадаю, просто ми вже сьогодні обговорювали це інтерв'ю Бауера, топ-посадовця НАТО. Він напередодні також сказав, що підрив або якийсь теракт на Запорізькій атомні, це буде наслідки цього відчує увесь світ. Тобто це була така чітка, мені здається, теж натяк Путіну, що ну ти не рипайся. Может быть, да, это могло быть такое предупреждение. И он, естественно, убрал палец с кнопки. Он его держал, палец на кнопке. Он его убрал, но он не разминировал станцию. Пояс шахеда со станции не снят, и где-то эта кнопка лежит или у него в руке, или в кармане, или где-то на столе. Причем самое интересное, эту кнопку нажать может кто угодно по всей цепочке. Какая-то уборщица может, я образно говорю, какая-то уборщица может проходить рядом, зацепить, нажать, или какой-то пьяный прапорщик подорвать какой-нибудь боезаряд возле реактора. Это может быть что угодно. Пока пояс шахеда, пока висит на Запорожской атомной, на этой жертве, пока возможно его подрыв. Потому расслабляться не нужно.
Є запитання назад до нашої попередньої теми про ще авіаційну історію. Дмитро Рох, все-таки уточнює, от, чому, на вашу думку, Китай говорить, що Петріоти не можуть збити ракету «Кинжал»? Я вже про це так побічно згадував, про це висловлювався, якщо не помиляюся, міністр оборони Резніков. Він сказав, що Китай навіть не хоче дивитися на ці докази щодо збиття Україною «Кинжалів». Так, справді, це Резніков сказав. Ну, чому? Який сенс так Китаю реагувати, на вашу думку? Я думаю, заключили договор китайцы с россиянами на производство кинжала у себя в том числе, а сейчас не хотят выглядеть дураками. Потому что если они сейчас произведут, там вгатят миллиарды долларов производства кинжалов, а это окажется просто пшиком, то будут очень большие проблемы у тех людей, которые вообще заключали и тянули этот кинжал в тот же Китай. Это возможно, потому это единственная, наверное, причина, которая, исходя из логики, можно об этом говорить. Ну, а других причин просто нет. Скорее всего, китайцы где-то свое рыльце в этот пушок кинжальный засунули, потому начинают их обелять. В такому ж випадку і на завершення запитання Лена Лав пише: пане Романе, скажіть, ну чи міг би тоді Сі Цзіньпін переконати Путіна не застосовувати ядерну зброю, не вчиняти ось цих шантажів із Запорізькою атомною електростанцією, тому що є такі дані також про нього. Чи все-таки ви думаєте, що йдеться про сильне застереження від Європи? Я думаю, більше, ще хуже. Сі Цзіньпін мог спеціально заставляти Путіна шантажувати мир взрывом Запорожской атомной, применением и всем остальным. Китайцы – это очень хитрый народ. Это они думают только о себе, а для Китая очень важно ослабить европейскую цивилизацию, потому они, наоборот, будут даже подталкивать Путина к такого рода действиям. Нет, это точно не Китай. Китай такой же враг, как и Россия, причем еще хуже, он хитрый враг. То есть он под личиной овечки, там волк скрывается, или дракон, как угодно это можно сказать. Скорее всего, Путину все-таки объяснили с точки зрения экономической. Потеря сотен миллиардов долларов, которые на себя взяла Росатом. Росатом очень много строит, у них они обслуживают очень много реакторов. Вот сейчас строят они 4 реактора в Акую, в Турции 2 реактора в Пакште, там уже 2 работают. Ну, то есть у них очень много завязок. Пакште – это Угорщина, потребно добавить. Это Венгрия, да, это у Орбана. То есть у них... Знаете, это все стоит трошки на свои места, когда чуешь все названия этих стран и места расположения этих реакторов. Ну, да, все сразу понятно, кто, где и с кем чай и кофе пьет. И часто встречается. Потому у Росатома могли бы быть очень большие проблемы. Я думаю, как раз это экономический, больше экономии, потому что Путин же другого не понимает. Это экономическое давление, и вот оно могло сыграть свою роль. Как минимум он убрал палец кнопки подрыва Запорожской атомной. Пока, по крайней мере. Але розслаблятися в жодному випадку, звісно, не потрібно. Пане Романе, я вам дякую, що ви долучилися до нашої розмови. Звісно, запитань більше, ніж ми змогли відповісти, але я вам також дякую вам, шановні наші слухачі, глядачі, за те, що ви писали ці запитання у чаті до трансляції на YouTube. Зараз, на сам кінець перегляду, поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео, щоб більше людей подивилися вже в записі. Вам же, пане Романе, на все добре та до нових зустрічей, як ми щотижня зустрічаємося щосереди на хвилях Радіо НВ і на нашій YouTube-сторінці. Мене звати Василь Пихньо, кажу вам також, друзі, на все добре. Проте не забувайте обов'язково поставити лайк. До побачення. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.